Выпускай хряка. Прощай, бомба. Прощай. Хана толстому духу. Но не тут-то было. Матерый. В это время Штык ублажал четвертую и пятую вдовицу. Те млели от интеллигентной манеры Штыка, плюс ко всему его выгодно отличало от местных кавалеров нежелание бить своих партнерш по спине кулаком в момент оргазма. Штыку льстило подобное внимание. Подранок. Уходит, кабан.